Всем привет, играем, собственно, один на один по 6 раундов, точнее по 3 раунда, 6 в общем, с телеграм-каналом FN Широков. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите на самый свежий пост свой ник. Я рандомно на стриме, в принципе, выбираю, если что, стрим каждый день 23:00. Вот так, всем желаю приятного просмотра, погнали. Если ты ставишь... боксы чаришь и не знаю, пока все хотят один на один еще поиграть, можно боксы, а потом уже ранкет одну сыграть, боксы или сразу ранкет пойти, что ли. ДС стал, а че в ДГ? ДС, ты... не понял, про что ты пишешь. ПЖ брио трио бакс. Я тоже хочу, Макс, да? Ага. Да не, все правильно говорил. Все правильно говоришь по поводу этой темы. Это... был скин, кстати, у него. Я тоже сегодня что-то подумал, блин, ну такое, конечно. С одной стороны, хочется, но я думаю, что это как-то бустит, а с другой стороны, я даже с этой аудиторией не успеваю все это делать, не успеваю читать, играть. Как бы со всеми. Че мне буститься и, наверное, тоже наращивать просто ради халявы. Ну, такое себе. Пускай уж контент наращивает сам потихонечку. Так оно идет. В принципе, я более чем даже доволен. Модеров хватает, монтажеров только побольше бы. Было бы интересно. Так. Было бы просто разнообразнее. Так. Что, посмотрим. Там уже будет видно. Так. Там, Влад, какой у тебя айфон? Да у меня простой старенький айфон. Простецкий. Так. Степан, а какой ранг? Вот ранг у меня уже серьезный. Платина 2. Платина 2 ранг. Я, конечно, хотел бы апнуть бриллиант, но пока сложно. В соло я вообще редко хожу. Что-то подсел на лего, на работе там, если есть время, что редко, то играю в лего. Она как-то не парит, тем более с плойки, но далеко экран. Такой, короче, заморачиваться, там что-то побирать предметы. Ой, бля, ну он меня застраивает. Не, чел хорошо играет. Он меня запушивает, я даже не могу ничего сделать. Да, мне запушили. Да. Да не, бро, так не интересно, старый. 55 дал. Ну я уже его, все, я белый. Он мне ГГ, что ты скажешь. А, все, я запушил его, нормально. Поч-почмак, привет. Можешь меня поздравить? Я наконец-то купил комп. Поздравляйте. Поздравляю. Нормально, понимаю, слушай, понимаю эту тему. Вчера, когда были ошибки с игрой, конечно, блин, я чуть тоже не купил. Ну, пока нет смысла. Еще вроде тянет, лучше винду перегоню, попробую. Да, я уже хотел либо плойку, либо этот взять. Ну, чтобы не было застоя, так сказать. Потому что аудитория ждет, я не могу, так сказать, не играть уже. Всегда должно быть, именно должны быть стримы и выпуски, конечно. Хорошо, что вперед есть. Выпуски обычно вперед идут, потому что контента набирает овер как много. Несмотря на количество каналов. Если даже прям жестко встрял, думаю, что-нибудь решил. Что за комп взял? Рассказываю. Что? Такой? Я думаю, вообще простой там. 2060, супер. Как бы, ну, самый вообще такой, самый простецкий, чтоб тащило. 27 супер, 12400F, i5,
Нормально. Не жирный. Пойдет. А я тебе видел в ТГ с виндовой, а утром кинул. А, да, да, я видел, я видел. Ну а что мне от этого видео? Мне надо будет ссылку. Я Ваню попрошу, он мне покажет, поможет. Я без Вани не перегоню. Вот еще там, там мороки нормальные. Сейчас пока надо материал весь скинуть. Надеемся, что будет все норм. Вон, вон. Нормально сейчас. Вот реально. А чё огурчик реально? Сори, я не успел прочистить. Хрипаш. Да он, бля, не издевается. А почему ты все время стримишь и на себя времени оставляешь? Не оставляю. Выходной я вот, допустим, тебе выходной. Выходные это слишком жирно звучит. А выходной я оставляю и стримлю только вечером. Раньше, да, по 14-15 часов стрима. Но потом понял, что все-таки вот эта погоня, так сказать, за контентом, она ничего не дает. Это все от тебя не убежит. Если делаешь все верно, она от тебя не убежит. Поэтому я на самом деле могу вообще не стримить. Я могу стримить там раз в неделю. Это просто дает буст, ну и, конечно, фан. Потому что вечером после работы хочется расслабиться, как бы. Ну, и мне нравится эта игра. Конечно. А так, да, я даже в выходной, ну, 2-3 часа. Не так, как раньше. Вот раньше, да, 12 часов, 14-15 часов. Ну, это устаешь потом. И, типа, не то, что устаешь, а просто как будто не отдохнул. Ну, с другой стороны, тоже есть свой вайб. Если погода отстой, типа, почему бы нет? Тоже свои плоды, конечно, это дало. Я заметил, я просто занимаюсь, как бы там не хотел, но типа, я занимаюсь другим этим контентом. Да, не стримлю. То есть, ну, видео постоянно. То есть, ни минуты, так сказать, покоя. Фактически никогда не отдыха. Да я вообще не знаю, что такое отдых, в принципе. Это для ленивых, которые, ну, не знаю, наивность слишком. Я думаю, если ты в этой сфере, то, ну, как бы отдых там неприемлемый. Такое. Ну, типа, он условный. Но ты же постоянно все равно заходишь, делаешь какие-то такие операционные вещи, там кого-то координируешь и прочее. То есть всегда так. Тем более постоянно все движется, технологии и прочее. Ну, КЗ, даже обновления там в игре постоянно проходят. А особенно стримеры, которые там с обновлениями связаны, да, вот эти обзоры. Не знаю. Они вообще всегда должны быть всеми. Там выпасть, так сказать, даже на минуту нельзя. Ну, понятно, что нужно как-то все это рационально, да, использовать. Я понимаю, о чем ты. Ну, короче, нормально все. Во вред сейчас не делаю, что точно. Прошел этот период, что делал прям максимально, так сказать. Максимализм этот срабатывает. Когда уже это все стало более серьезнее, понимаешь, что... Ты как бы не железный. Так, 4-2. Ну ты вывез, кстати, затащил. Просто тоже еще скилл хочется наработать, поэтому приходится больше. Дорогой. За сколько пойдешь со мной в паблик? Да за любой донат пойду, бро. Нет такого за сколько. За любой донат обычно.